Григорію, з Володимиром Бахтовим ми знімаємо все своє життя. Да, пожалуй, эта фраза о том, что мы снимаем фильм всю свою жизнь, более 25 лет, хотя жизнь у нас длиннее, конечно, она емкая и отражает, наверное, суть моего переселения в Ульвию. Я Ульвии посвятил 25 лет своей жизни, творческой жизни, естественно. Вот. Можно было бы сказать, что это возвращение к фильму 20 лет спустя. Действительно, уже более 20 лет назад мы этот фильм сняли, он имел успех, был интересен публике. Вот. По всей вероятности, есть загадочные периоды возрастные, когда спустя 20 лет хочется повторить то, что было в лучшие годы. Наверное, в 40 хочется повторить то, что было в 20, в 60 хочется повторить то, что было в 40. А на самом деле это и есть жизнь. Она непрерывна, и делить ее, по всей вероятности, на такие периоды и нет смысла. Ну, так почему-то получается 20 лет спустя. А что значит 25 лет, посвященных Ульвии? Я именно в Ульвии перешел к такому направлению в искусстве, как ленд-арт. То есть для меня мастерская превратилась в огромное пространство Ульвийского заповедника. Это 36 гектаров. 36 гектаров является моей мастерской. Я на протяжении многих лет делаю здесь всевозможные ландартовские акции, объекты из керамики, объекты из камня и других материалов, которые есть в пространстве археологического заповедника. И, может быть, наиболее интересное – это работа с огнем, то, что я называю гелиографити, то есть рисование огнем в пространстве. Я это называю реконструкция архитектурных объектов Ульвии. Это интересно, это оригинально, это мое как бы изобретение, мое детище. Я это люблю и горжусь этим. Но что касается ленд-арта, действительно, в Украине это направление в искусстве достаточно новое. Вот сейчас проходит выставка в Сумах «20 лет украинскому ленд-арту», и я там являюсь участником. Был каталог издан пару лет назад, ну, я бы сказал, даже альбом «История украинского ленд-арта». И я думаю, что это не такой уж большой срок для нового направления искусства, хотя в истории Европы это было в 60-е годы прошлого века, в истории Америки были яркие художники этого направления. В Украине это приживается постепенно, но я думаю, что у ленд-арта есть хорошее будущее, поскольку сейчас зритель более активный, более подвижный, и он не зациклен только на музейное пространство. Он может охотно приехать на фестиваль, в программу, в которую включены, к примеру, ленд-артовские какие-то акции. В таких фестивалях я участвовал неоднократно. Это были фестивали в Крыму, в Бахчисарае, на Чифуткале. Я думаю, это был 12-13 год.
Были такие фестивали во Львовской области, на польской границе, в Омской области, Керчи. То есть такое движение, оно более современно, более понятно и более интерактивно, потому что в моих акциях могут принимать участие зрители, и они являются соучастниками произведения. Я бы хотел, чтобы мы с тобой порассуждали вот о чем. Ведь оно получилось так, что, отталкиваясь от твоего творчества, которое само по себе самодостаточное, без нас, телевизионщиков, вдруг выясняется, что когда мы начали тебя снимать, то протянулась какая-то линия от твоего творчества к нашему творчеству. И теперь ты участвуешь не только в том, что ты как художник работаешь в стиле ленд-арт, но и как телевизионщик ты уже вместе со мной работаешь. Ну, могу согласиться с тем, что я мог бы стать телевизионщиком, как ты меня окрестил, но хочу сказать, что ты не прав в том, что для меня это далеко или для художника и ленд-артиста далеко. Как раз фотофиксация, кинофиксация – это основа. Чуть ли не самое главное в произведении, этом, потому что многие вещи мы делали и с тобой, ну, только для кино, допустим. И многие делали вещи для Бога, для неба. Вот у меня были такие произведения, где не было зрителей, был один я и фотоаппарат. Большой выход на публику, большая аудитория сразу появляется. Хотя, как я сказал, сейчас молодежь становится более подвижной, и на фестивале, конечно, в большей мере их привлекает музыка, как более такой открытый жанр или направление искусства. А ленд-арт часто сопутствует этим фестивалям, и молодежь охотно едет смотреть новое искусство. Вот как раз я и хочу подвязаться к этой теме разговора, именно потому что не кажется тебе, если у тебя получается это произведение искусства вот в этом жанре, то когда оно получается, у тебя появляется ощущение ритма. Ритм, ну, архитектоника, есть еще такое понятие, которое относится к структуре произведения. Это как бы обязательная составляющая произведения в двухмерном пространстве, тем более в трехмерном пространстве. Поскольку я рисую в трехмерном пространстве и двигаюсь, это похоже на танец, это похоже на театр. Это требует музыкального сопровождения, и чаще всего это простые ритмы, простая как бы акцентация тех действий, которые я делаю, к примеру, с фактом. Это всегда... Это ты рисуешь огнем. Да, я рисую огнем, это всегда ритмическое действие. Сколько видов у тебя появилось вот самого за эти все 25 лет? Ты пришел к тому, что ты делал из черепков здесь в Оливере пирамиды. Помнишь? По-моему, это самое первое. Одно из первых, во всяком случае. Потом пошло, пошло и пошло, да? Ну, я сначала пошел по пути как бы самоплагиата. Я делал графику на срезах археологических раскопов, делал живопись. То есть у меня были реконструкции графические, живописные, я писал глинами. Потом стали появляться театральные, постановочные акции, когда студенты исполняли роль богов, воинов, амазонок и так далее. И еще в одном жанре мы сняли работу Владимира Бахтова. На планшете, на берегу лимана. На фоне огромного глиняного обрыва он писал картину «Модерн», картину «Символ». Посмотрите.
на больших раскопах, особенно на некрополе, где снимается большие как бы количество грунта единовременно, срез раскопа может быть 2, а то и 3 метра. И это такая заманчивая плоскость, которая состоит из глины или культурных слоев. Она сама по себе фактурно интересная. И вот первое желание у меня было что-то на этой плоскости нарисовать. И все выстроилось очень гармонично, как я упоминал, графика, живопись, можно сказать, монументальное искусство и рельеф. Если я задумаю сделать, к примеру, цветной рельеф, я практически пройду все эти этапы. То есть я каким-то острым предметом наношу рисунок на стену, это получается сходство с моим искусством более ранним, то есть с графикой, где я иглой рисую на цинке по черному лаку. Потом, естественно, я занимался живописью. Глинами я делаю простую, можно сказать, монументальную живопись, без детализации, без особого колорита, хотя здесь колорит продиктован гаммой глин, здесь до 7 цветов глины, но таких ярко выраженных, от зеленой до красной. Вот. И рельеф. Была у меня серия работ, которая называлась «Альвийские мистерии». Это театральные, можно сказать, постановки, но бессюжетные, а скорее всего это были стоп-кадры из какого-либо сюжета. Работа с людьми, когда люди выкрашены глиной, одеты в ткани смоченными глинами, изображают скульптуры, рельефы античные. Это либо терракота, либо мраморные скульптуры, все от цвета глины, от сюжета. И зная как бы историю мистификации Вольби, я сделал такие вот театральные как бы постановки, рассчитанные на фотосъемку. Хотя позже я делал такие же акции в движении, в развитии сюжета для кино. Следующее, наверное, будет гелиографити. Это рисование огнем. Сразу скажу, основное качество моего рисования, что это рисование в трехмерном пространстве. То есть я рисую не перед собой, я рисую вокруг себя. То есть я двигаюсь в пространстве и создаю рисунок, который по сравнению со мной может быть огромным. Я делал рисунки с помощью воздушного шара, когда этот
рисунок был выше там, пирамиды Хеопса. То есть в этом как бы моя инновация. И само рисование огнем дает возможность делать очень легко и художественно выразительно реконструкцию архитектурных сооружений, которые были в Ольвии. И когда мы уже вернулись на базу, выяснилось, что Володя потерял там, где-то оставил, там, где он работал, на берегу лимана, оставил очки. Он говорит, я возвращусь и возьму его, их. Пошел на берег лимана, нашел очки, пришел, говорит, немедленно мы летим в Ольвию, потому что надо снимать, потому что на Ольвию идет туман. И мы поехали в Ольвию. Что бывает очень редко или почти никогда. За многие десятилетия мы сняли Ольвию в тумане. Thank you.
точку ты ставить не будешь? Ну, я, честно говоря, мог бы сказать, что я устал от этого, но иногда ситуация меня возвращает к моим вот этим находкам, потому что в те годы, когда я это придумал, начинал там 15-10 лет назад, это мало кого интересовало. А сейчас, ну, как бы, когда информационный поток более активен, ну, с появлением интернета, я вижу, что все больше круг людей как бы впервые меня видят. Mm-hmm. Я-то думаю, что меня уже все знают. На самом деле это далеко не так. Поэтому для того, чтобы даже оставить вот эту технику как бы в памяти или закрепить за собой, я время от времени возвращаюсь к таким проектам и откликаюсь на приглашения на различные фестивали или участие в фильмах.